Здравствуйте, друзья! С вами Пленкина Елена. Сейчас я вам покажу, как можно очень сильно сжать видео без потери его качества. Вот посмотрите, мой проводник. Вот оригинал видео. Посмотрите, сколько оно весит. Почти 5,5 гигабайт. А это видео уже сжатое. И весит оно всего лишь 452 мегабайт. Чувствуете разницу? Сейчас я покажу, как я это делаю. Иду в YouTube, мой канал. Нажимаю значок «Создать», «Добавить видео». В проводнике выбираю видео, которое я хочу сжать. Вот посмотрите еще раз. 5,5 гигабайт. Я это видео перетаскиваю для загрузки. Вот оно начинает загружаться. Полностью показывать процесс загрузки вам я не буду, но скажу, то я его загружала почти 2 суток. Ну, 1,5 суток, это точно. При том, что мой ноутбук вообще не тянул, я никуда не могла зайти. Теперь я покажу, что я делаю дальше. Кликаю по этому видео. Копировать URL видео. Дальше иду в эту программу. Вставляю ссылочку. Вот появляются кадры. Выбираю «Скачать без установки». «Скачать», «Сохранить». Вот идет у меня закачивание сжатого видео. Посмотрите, что оно будет весить всего лишь 452 мегабайт. И скачиваться оно будет всего лишь 37 минут. Сравните, что 5,5 гигабайт скачивается у меня на YouTube 1,5 или 2 суток, а обратное скачивание идет меньше часа и будет весить всего лишь 452 мегабайт. А теперь сравним качество обоих видео. Начнем с оригинала. 5,5 гигабайт. Но ты, Господи, не злобив сы, долго терпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнути со беззакониями моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы рекл еси человеколюбче пророком твоим. Я... Теперь сжатое видео. 452 мегабайт. Но ты, Господи, не злобив сы, долго терпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнути со беззакониями моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы рекл еси человеколюбче пророком твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему. Не хочешь, ибо, владыко, создание твоею руку погубите, не же благоволишь о погибели человека. Как видите, оба видео отличнейшего качества. Еще раз показываю вам то, что было до этого. Обратите внимание, 5,5 гигабайт. И то, что получилось после сжатия видео, 452 мегабайт. Чувствуете разницу? Пользуйтесь на здоровье. Всего вам доброго. Пока-пока.